Всем привет! Это очередное видео из цикла Сашины мюсли. И причем тема видео такая достаточно специфическая, неоднозначная. И, скажем так, именно это видео отразит в какой-то степени мой субъективный взгляд на вещи. Не претендую, конечно, на истину. Но у меня видение именно такое. Где-то, не помню где, то ли на YouTube, то ли в Инстаграме, под последним видео или под предпоследним постом, кто-то написал в комментариях, что: «Саня, выскажись, пожалуйста, о продолжительности жизни человека». Ну, то есть, так как бы. Вопрос прозвучал, скажем так, в общем, да, ну, я в общем-то и выскажусь. Так уж сложилось, что когда я 3 года назад решил опять начать интенсивно тренироваться для того, чтобы потом опять выступать, передо мной стала задача, естественно, восстановить мышечную массу. Но так как свою первую мышечную массу я наращивал с 13 до 28 лет, да? Это 15 лет возраста, скажем так, рассвета, роста и развития, а потом я все это благополучно просрал, как оно обычно бывает, к сожалению, то, естественно, восстанавливать я уже взялся это в возрасте 37 лет. И вот, когда я вот эту вот задачу перед собой конкретно очертил и начал продумывать этапы, по которым я буду двигаться, да, и по крупицам восстанавливать все это утраченное, растерянное, я понял, что если я хочу свою мышечную массу 28 лет, да, ну, имею в виду свой возраст 28 лет, то я, в принципе, и свое состояние своего организма должен вернуть в эти 28 лет, только будучи уже 37-летним. И вот с момента прекращения тренировок в 2006 году прошло много событий, много всяких моих ошибок, и как человеческих по жизни, так и, скажем так, в плане отношения к собственному здоровью. Ну, естественно, и алкоголя было много, хоть и не страдал я алкоголизмом, но было время, когда пили каждую неделю, да, причем не так, как 30 грамм коньячка с сигаркой, да, за весь вечер, а так бутылка коньяка за вечер на одного человека. И, скажем так, вот этот вот период работы в одной компании, да, в которой приходилось много ездить по встречам, договариваться, внес основной такой очень тяжелый след, да, в состоянии моего здоровья, и очень отрицательный. И, естественно, в 2014 году мне пришло в голову со всем этим бороться. То есть я тогда уже начал потихонечку свою системку очищать и восстанавливать. И 3 года назад, да, в 2016 году, я уже решил браться за это основательно. Вот. И вот за эти 3 года я прошел определенный путь, как в работе с собственным организмом, со здоровьем, так и в навыках, и в знаниях, полученных новых. И могу сделать определенные выводы на данный момент. Скажем так, мышцы я смог вернуть другие. Не те, не той формы, не того внешнего вида, которые у меня были там, в 2006 году. Да? Они не хуже сейчас. Они другие.
И выглядят они по-другому. Они не похожи у меня на мышцы 40-летнего, скажем так, да, ну как в обывательском таком плане, да. Но они все равно по своей структуре не такие, как были тогда, уже считай, 13 лет назад. И то, как они выглядят сейчас, мне нравится, естественно, больше, чем когда мне было 28 лет. И, скажем так, состояние моих мышц мне говорит о том, что я, в принципе, частично добился тех целей, которые ставил перед собой. То есть вернуть свой организм в состояние там, до 28 лет. На данный момент мне 40. Со здоровьем все окей. Подавляющее большинство проблем, которые так или иначе связаны были там, с алкоголем, без, с ограниченной подвижностью, там все остальное, это все порешено. Внутренние органы в полном порядке. Единственное, что до сих пор я еще не могу найти ключ к своим зубам. Ну, один ключ есть, это стоматолог, да, но как бы идея регенерации, да, тех же зубов, она не покидает, хотя выглядит до сих пор еще в голове какой-то фантастикой, но как бы мысли все-таки еще какие-то присутствуют. Надежда, скажем так, есть на все-таки докапывание до каких-то знаний, но сейчас не об этом, а о моих выводах, да, и о моих мыслях о том, какая все-таки может быть у человека продолжительность жизни. И, скажем так, я не буду говорить о тепличных условиях человека, я буду говорить о тех реалиях, в которых мы сейчас находимся, и о том, что все-таки к этим реалиям применимо, но люди этим не пользуются. Естественно, из теоретической выкладки по продолжительности жизни я исключаю такой, такие факторы, как внезапно упавший кирпич, да, или там пешеход на пешеходном переходе, лоботомированный телефоном или наушниками от телефона. Вот. В общем, несчастные случаи отбрасываем, да, которые, к сожалению, иногда вносят коррективы в продолжительность жизни людей. Вот. Будем говорить о тех факторах, которые подвластны отдельно взятому человеку, причем каждому человеку, и которые так или иначе влияют в положительную, отрицательную сторону на продолжительность жизни. По сути-то, в основе практически всех причин, которые так или иначе укорачивают человеческую жизнь, если можно так сказать, конечно, ну, это те причины являются болезнями, да, теми или иными. Так вот, в основе их лежит, в первую очередь, психическое состояние человека. Психическое состояние человека, оно накладывает такой серьезный и основополагающий, да, отпечаток на его как дальнейшую судьбу, как личности, да, как индивида, так и на качество, скажем так, того, той жизни, которую он проживает, короткой, длинной. Я вот размышлял, да, над этим видео, и я так прикинул для себя, что, допустим, продолжительность жизни человека, как по мне, в размере 150 лет, да, это не есть чем-то таким фантастическим, да, и каким-то мифическим из ряда сказок. По сути, почему беру именно 150 лет? Потому что у меня в голове эта цифра именно она для меня не выглядит
чем-то таким сказочным, да, там, в отличие от цифр 300, 800, 900 лет, которые там встречаются в разборах на тему альтернативной истории человечества и все остальное. В общем, 150 лет для меня это, скажем так, в какой-то степени достижимая цифра. Но достижимой она может быть только при каких-то, скажем так, пускай не стопроцентных, но достаточно тщательных следованиях, да, определенным правилам. Во-первых, такую мысль скажу. Ну, видео много, может быть, кто-то воспримет как философское, но на самом деле философии здесь нет. Те категории, о которых я буду говорить, они для меня абсолютно осязаемы, абсолютно не являются какими-то абстрактными, и они для меня являются, скажем так, тем, что есть, да, скажем, в моей жизни, да, и принято мной, и для меня являются определенным такими аксиомами, да, там, определенными выводами, которые не требуют для меня отдельно доказательств. Вот, так вот, есть простая формула. Тело человека – это инструмент для жизни. А жизнь человека – это тоже инструмент. Это инструмент для какой-то степени роста и развития души. Да? И вот тело – это инструмент, и сама жизнь – это инструмент. И, по сути, эти инструменты существуют до тех пор, пока в них есть необходимость. Необходимость, естественно, должна быть у души. И вот, что такое душа, я рассуждать сейчас тут не буду. Потому что есть вещи, которые мне очень сложно описать словами. Но, скажем так, это центр, да, там, в какой-то степени нашего я, моего я. И вот, вот этот вот центр, он нуждается в определенной реализации себя. Эта реализация, если мы говорим о какой-то правильной, да, реализации, это созидание, это генерирование знаний, каких-то, ну вот, информации, да, это создание каких-то благ, там еще что-то, но в любом случае это созидание. Это может быть как физическое выражение в результате, так и, скажем так, как абстракция, да, там, в виде каких-то процессов масштабных или еще чего-нибудь. Вот. Так вот, естественно, что в процессе вот этого всего созидания происходит генерирование и накопление информации, ее постоянная обработка. Идет постоянный энергетический обмен, причем который все более и более интенсифицируется. И вот этот маховик, когда раскручивается и постепенно увеличивает обороты и диапазон, да, вот этих колебаний, это и является в какой-то степени ростом. И развитием, эволюцией, да, там, ну, не физическое выражение, а именно там, в ментальном, в духовном, там, ну, оно все взаимосвязано. И вот в основе вот этого вот пути развития реализации лежит такая штука, как сознание. Сознание человека – это, как по мне, естественно, один из самых важных его инструментов, с помощью которых он может добиться таких результатов, таких сдвигов и
таких масштабов, которые человеку, который с этим не сталкивался никогда, могут показаться чем-то мифическим, сказочным и из ряда фантастики и там, да, там, выдумок. Поэтому я сейчас не буду углубляться в эти категории, но по факту сознание человека — это один из мощнейших и главнейших его инструментов, который предназначен для использования в ходе жизни, в процессе жизни. Именно сознание является источником той же генерации информации, тех же идей. Оно же является двигателем в созидании там, себя как личности, так и каких-то других продуктов по жизни, да, как в материальном выражении, так и в духовном. Но суть такова, что человеческое сознание — штука специфическая. И вот степень развития сознания определяет такой параметр, такое качество личности, как осознанность. Мое мнение вообще, в принципе, вот оно заключается в том, что как только начинаются какие-то проявления сознания человека, тут же появляются проявления осознанности человека. То есть, по-моему, это все взаимосвязано очень плотно. Сознание без осознанности и осознанность без сознания, по сути, существовать не могут. То есть, это два взаимосвязанных очень фактора, и один тянет другой за собой. Какой из них первый? Что там первое, курица или яйцо, да, как говорится? Сказать очень, очень сложно, и как по мне, так это они как одно целое идут. То есть, и в сознание я вкладываю нечто большее, чем просто как какой-то мыслительный процесс у человека. Сознание — это, ну, потому что мысли у человека в голове, они вертятся постоянно. Причем в большинстве случаев люди не осознают даже те мысли, которые у них в голове в этот момент крутятся. Потому что они находятся, как говорится, в кавычках, да, не здесь и не сейчас. Поэтому мысли еще не есть признаком сознания. Сознание – это нахождение каждую вот секунду в процессе собственной жизни. То есть это участие собственное в собственной жизни. Причем активное и тщательное. И вот сознание — это вот инструмент для вот этой вот осознанности, да. И появление сознания, как я уже говорил, в любом случае, ну, по крайней мере, на выход сознания на определенный уровень влечет за собой в любом случае включение осознанности. Что такое осознанность, да? Это когда человек осознает и оценивает, анализирует и принимает и видит, да, те свои действия, те свои решения, те свои мысли, которые он там осуществляет каждую секунду, каждую минуту и все остальное. То есть, по сути, осознанный человек – это человек, который не подвержен такому влиянию, как манипуляции, потому что любую ситуацию, которая так или иначе с ним связана, он видит как бы со стороны и себя внутри этой ситуации. То есть он не ощущает себя чужим в этой ситуации. Он просто может посмотреть сбоку, сверху, снизу, сзади, спереди, да, на себя и на эту ситуацию, которая складывается. Точно так же он применимо к себе обрабатывает собственные решения, собственные действия, собственные мысли. И вот это называется осознанность. То есть любое действие, любая мысль у этого человека осознанны. То есть он четко отдает себе отчет в том, что это я, и вот то, что происходит, это продукт меня.
да, моей деятельности, моих мыслей, моих решений. И вот, естественно, осознанный человек, он всегда приходит к себе. То есть, по сути, на самом деле, приход к себе является, вот, скажем так, родителем осознанности. Это то, что подавляющее большинство людей ищет, но не находит. Потому что ищут за пределами себя. Они ищут это в окружающем их мире. А на самом деле все ответы на вопросы по поводу да, там, меня, тебя, его находятся в нас самих. Кому-то сейчас это покажется определенными абстрактными понятиями, да, о чем я говорил, но, к сожалению, человеческий язык, он, по крайней мере, тот словарный запас, которым я владею, он вот может выразить это вот так. Какое это отношение имеет к продолжительности жизни человека? Очень прямое. Осознанный человек всегда о себе заботится. Я не говорю сейчас о удовлетворение собственных хотелок в виде шмоток, жратвы и всего остального. Нет. Забота о себе – это контроль состояния своего здоровья в первую очередь. Да? И как раз часто забота о себе реально проявляется в некотором воздержании от удовлетворения своих хотелок. Потому что это называется непопулярное решение, принятое относительно себя, в отношении себя. То есть, потому что часто наши хотелки, они, это как удовлетворение там эго, каких-то там еще потребностей с подменой понятий, да, но в большинстве случаев эти хотелки несут нам только вред. И особенно их удовлетворение, этих хотелок. Вот. Вот осознанный человек может четко различать заботу о себе и может отсеивать от нее вот эти хотелки, которые не являются для него в данный момент первостепенными. И в большинстве случаев будут еще и вредными. Не только для здоровья, а для и самоосознания, самовосприятия, да, и всего остального. И вот почему люди живут так мало, да, в сравнении с той цифрой, которую я назвал. Да, там, говорят, средняя продолжительность жизни человека там 70 лет, 80 лет, где-то 60 лет. В зависимости от стран, да, каких-то. И вот, ну, по сути, где-то в среднем это 70-75 лет. Если взять там, по-моему, вот шарик, то где-то такая цифра получается. То есть, она, грубо говоря, в два раза меньше той цифры, которую называю я. Да, все очень просто. Потому что в масштабах той планеты, на которой мы живем, все люди так или иначе подвержены одному и тому же влиянию. Оно по-разному, может быть, выражается. Но суть одна. Все варятся в одном котле на этом шарике, хоть и разделены границами, там все языками, культурами и все такое. Я имею в виду национальная культура, а не культуру бытия как человека, как личности. И вот это все, оно как бы вроде как разделено, но по сути подавляющее большинство людей так или иначе находится под воздействием идентичных процессов. Идентичных влияний, идентичных заблуждений и всего остального. Вот большинство людей гонится за какими-то ложными целями, ценностями и в погоне, как говорится, за счастьем, да, стремятся к удовольствиям. Почему это происходит? Потому что высшая степень удовлетворения – это самореализация. То есть достижение каких-то целей и любовь к процессу, то есть, грубо говоря, занятие любимым делом, то есть, которое позволяет реализовывать себя как личность не в финансовом плане, это не первоочередная задача, а именно как вот рост духовный, как личности рост. Вот это у большинства людей отсутствует. Большинство людей живет, во-первых, не для себя. Для детей, для мужа, жены, мамы, папы, семьи и все остальное. Соответственно, в отношении себя
у большинства людей отсутствует какое-то самоуважение, забота о себе и все остальное. То есть вся жизнь тратится именно на соответствие чьим-то требованиям, чьим-то ожиданиям и все остальное. И в итоге потом появляется вот необходимость как-то заполнить эту пустоту, которая находится в том месте, где должна быть любовь к себе. Не надо путать с себелюбием, да, и самовлюбленностью. Вот, и вот эту пустоту люди начинают заполнять. Вот удовлетворяют эти хотелки, потому что они думают, что вот те хотелки, которые у них возникают, хочу там iPhone, там самый последний, там хочу тачку самую крутую, или хочу просто пожрать хорошо, да, они думают, что это и есть проявлением любви к себе. Но они неосознанно это думают, да, они, ну вот это на инстинктах все идет. И в итоге они кидаются вот за этими всеми удовлетворениями этих хотелок. Но, как правило, получение хотелки в руки приносит вот определенную какую-то степень удовлетворенности всего минут на 5. Потом эта удовлетворенная хотелка уже воспринимается как должное, как обыденность, да, и уже не приносит того кайфа и перестает заполнять ту пустоту, которая опять образовывается. И на ее место нужно другую удовлетворять. То есть это эмоциональный план такой. И в итоге это превращается в такой замкнутый круг, который называется еще крысиными бегами. Но крысиными бегами называют там, как правило, погоню за деньгами, да? Но все равно та же погоня за деньгами зачем? Для того, чтобы удовлетворять эти хотелки. То есть поэтому это все взаимосвязано, и все это можно масштабно назвать крысиными бегами. То есть по кругу там носится все это. И вот... Вот эта неудовлетворенность человека, она же скроется в неудовлетворенности в первую очередь собой. Не жизнью своей, не там еще чем-то, а именно собой. Да? Она выливается в постоянное вот, фонящее перенапряжение психики. Оно может быть тонким, фоновым и незаметным, уже становится привычным, как-то замазывается и кажется, что оно исчезает. На самом деле оно уже существует в подсознательной плоскости и без нас, то есть неосознанно. То есть и как бы есть человек, который на данный момент выглядит спокойным, но на определенном плане, в определенной глубине у него уже годами продолжается один и тот же процесс. То есть фонящая нервная система, которая постепенно уходит в, скажем так, в определенный сбой, да, вибрации и всего остального, в общесистемном выражении всего организма в глубине. И это называется психосоматикой, да, как-то так. И начинает там потихоньку изнутри убивать. То есть, ну, это как психическая гангрена, которая неудобства по жизни уже не доставляет сознательного, да, то есть она мешает, но человек этого не осознает. Но существует уже сама по себе и как отдельный организм, да, и потихонечку начинает пожирать тот организм, в котором она существует. Ведь большинство людей не осознает ни себя, ни собственной жизни, ничего. И живут, я бы это сказал, по принципу мартышки, да, которая, во-первых, вот, участвуя в этих крысиных бегах, во-первых, живет по одному и тому же шаблону, да, то есть разные люди живут все время по одному и тому же шаблону. Там только лица меняются, количество денег меняется, а шаблон все равно один и тот же. Родился детский сад, школа, да, институт, женился, жена, дети, муж, да, работа ради денег, чтобы это все содержать, болезни, сидячий образ жизни, ну и потом пенсия и до свидания. То есть это периодически разбавляется там какими-то определенными событиями, яркими, например, как мы сколько вчера выпили, что мы натворили, да, то есть это остается воспоминанием самым ярким на несколько лет у людей, у многих там, или такого в том же роде, да, и как бы вот так вот это все и гаснет.
И вот несознательная жизнь, она очень сильно подвержена манипуляциям. То есть люди, которые бессознательно живут, они живут, скажем так, пассивно, да, то есть это пассивная жизнь. Я бы сказал, что вот это вот 75 лет в среднем, это продолжительность пассивной жизни. Потому что если была активная жизнь, то есть если бы человек активно участвовал в собственной жизни, я думаю, что это было бы больше, чем 75 лет, да. Ну, я называл цифру 150. Вот, а вот пассивная жизнь, она как бы строится из реакций. То есть люди не принимают в большинстве случаев осознанные решения. Они, их жизнь строится и движение создается из реакции на события, действия, решения и слова окружающей их среды. И таким образом, благодаря этим реакциям происходит движение человека. То есть он реагирует. Он не задает тон, да, это уже сознанием делается. То есть сознание, осознанность позволяют рулить хотя бы собой, да, исключив реакции. То есть сначала происходит анализ, потом идет ответное действие, да, которое является так или иначе реакцией. Но эта реакция уже будет непрогнозируемая. Или она будет отсутствовать вообще, если присутствует осознанность. То есть, а вот неосознанное поведение, оно всегда состоит из прогнозируемых реакций, потому что их и вызывает окружающая среда для того, чтобы создать движение. И вот, вот эта вот реактивность, и реакционность, да, и несознательность, она влечет за собой колоссальное количество потом проблем. Люди, вот поиск себя и собственной осознанности, своего сознания, да, и собственной осознанности у людей, он приводит к тому, что становятся очень сильно популярными там книжки каких-то гуру, там, да, там как излечить себя, как создать себя там, и все остальное. Но это все идет извне, а не изнутри себя самого. И вот на самом деле самореализация и вот осознанность, они идут из осознавания и понимания себя изнутри. И принятия себя изнутри. Когда этого нет, появляется потребность в идеологии снаружи. И вот тут начинается для кого-то, идеологии становятся книжки, все время они скупают, там, вот это для чайников, психология, там еще что-то, как стать миллионером, там вот это вот все, вот это вот. Но это чужой опыт. Но люди думают, что если они будут учить чужой опыт, они там к чему-то придут у себя. Не приходит почти никто. В этом случае у них психика фонит изнутри. И мешает им жить, и поставляет палки в колеса точно тоже. Влияет даже на степень реакции, на раздражители всякие или на события, если все неосознанно происходит. Кто-то находит свою идеологию, религию в еде. Это самый простой способ удовлетворить свое вот, кайф какой-то поймать, да, своего рода наркомания. То есть это пережор постоянный, переедание, причем какого-то говна. Обычно самое вкусное, а самое дерьмовое, да, вот если мы говорим о том, что мы увидим в обычной жизни в магазине. То есть самое вкусное, как правило, самое вредное, да, но оно фейерверк в голове создает. Это такой же фейерверк на 5 минут. Но только потом этот жир, сало и весь остальной ущерб для организма остается уже на годы, да. Но об этом уже никто не думает, осознанности нет. То есть кто-то находит эту религию в алкоголе, да, и алкоголь снимает определенные барьеры в, скажем так, в психике, и человек там в какой-то степени реализовывается хоть сейчас под воздействием алкоголя, хоть как-то, да? То есть начинает самовыражаться, и у каждого это вылазит по-своему. То есть как блокировки слазят, снимают с алкоголем, да? Когда алкоголь выходит из организма, ну опять возвращается это зомби. Зажатая, неосознанная и реагирующая, да, не принимающая собственных осознанных решений. И вот дальше из-за постоянно фонящей психики, да, и вот этого вот неудовлетворенности иммунная система начинает бомбить раздражители внутренние. То есть начинает включаться тотальная защита. Знаешь, как
предохранитель перегревается, и, естественно, начинает появляться механизм, который пытается его остудить. И отсюда начинают появляться всякие разные аллергические реакции на что угодно, даже на еду. И часто эти, в большинстве случаев эти аллергические реакции протекают незаметно, но наносят колоссальный урон организму. Мало того, иммунная система начинает уничтожать нервную систему, которая является, в принципе, источником первых основных проблем организма изнутри. Да? Но это все протекает без сознательного контроля и анализа самого владельца всего этого механизма. И закручивается в серьезный клубок, который распутать потом до конца жизни многим не получится. И вот кто-то уходит для решения этих проблем потом в крайности. Начинается, кто-то уходит в веганство, да, это тоже какая-то религия определенная для кого-то. Кто-то в сыроедение, кто-то в йогу, кто-то в буддизм, да, то есть вот эта вот религия «я солнышко, я всех люблю», на самом деле это самые несчастные люди, по-моему, которые все время ходят с улыбкой и всем улыбаются, «я солнышко, я такой классный». И такая классная, веселая, такая жизнерадостная, но это несчастье такое, которое очень быстро закончится на самом деле. Этот человек находится в тотальнейшем вранье самому себе изнутри. Это маска такая бетонная, и она потом убивает изнутри, потому что там психосоматика, психика фонящая настолько мощная изнутри, что она просто выжигает. И вот это все идет на фоне, ну, тоже веганство, тоже сыроедение, определенные крайности, да, которые в какой-то степени приносят какую-то пользу кратковременную, да, но в долгой перспективе начинают наносить вред, потому что люди бьются в крайности, ударяются и лишают свою нервную систему в первую очередь определенного ресурса для регенерации. То есть они убирают определенный класс белков, определенный класс жиров из питания. А именно эти классы белков и жиров являются источником, скажем так, реконструкции и регенерации для некоторых, для основных элементов нервной системы, без которых она просто не сможет восстанавливаться. Поэтому у многих веганов и сыроедов там крыши улетают. Витамина В12 не хватает. То есть там много-много моментов. Ну, то есть люди, это тоже выражение поиска себя, да, и поиска, да, какого-то удовлетворения себя собой. Да. И вот... Дальше классический образ жизни, когда есть куча бухла, которую, ну, вот, меня поражает. Очень много людей относятся к курению плохо, но при этом они не прочь выпить. Ну, алкоголь несравнимо больше вреда наносит организму, чем курение. Несравнимо больше. И мало того, сигареты не меняют психическое состояние человека кардинально в данный момент. То есть человек с сигаретой не становится убийцей за рулем, например, да, то. То есть, ну, я уж не буду это все сравнивать, да, настолько тонко, да, и глубоко. Но посыл понятен, по-моему. И вот алкоголь наносит колоссальный вред. Инсулинорезистентность, выжигание нервной системы, выжигание желудочно-кишечного тракта, убийство печени, убийство почек, это все из года в год происходит. И поджелудочная железа помирает. То есть, ну, там колоссальный масштабный вред. Человек сам себя уничтожает этой фигней. Причем маленьких доз алкоголя не существует. Это бред все. Алкоголь или пьется, или не пьется вообще. Для здоровья 50 грамм. Это бред. Сивой кобылы я когда-то говорил, что там должна быть культура питья. Забудьте об этом. Алкоголя не должно быть вообще. То есть это инструмент геноцида в какой-то степени. И вот, вот это все приводит потом к ограничению подвижности. Повседневной подвижности. То есть человек, гаджеты, хераджеты, да, автомобиль, автобус, общественный транспорт. То есть приходится компьютер, соцсети. И получается, если мы проанализируем образ жизни ежедневный, то движение там физического у человека на самом деле очень мало, мизерно. Это от дома до машины или от дома до
остановки, да, и там потом по коридорам по работе где-то и обратно домой через магазин. То есть вся подвижность заключается в нескольких стах метрах, максимум паре километров ножками. Где-то там в соцсетях профайлы читаешь, увлечение спортом, ходьба у людей пишется. То есть, ну это бред. Ходьба это не увлечение спортом. Ну, настолько мир перевернулся, да? И вот это ограничение подвижности еще больший вред наносит, колоссальнейший. То есть фасциальная структура человека из-за этой ограниченной подвижности становится просто деревянной. Фасции, сухожилия превращаются в дубовую труху какую-то. То есть проницаемость клеток падает. Я уже не говорю про алкоголь, кучу сахара в повседневной жизни съедаемых, да, который приводит к инсулинорезистентности. Так еще и соединительная ткань всего тела становится жесткой, грубой. Начинается везде из-за этого спастика. Спастика начинается из-за психосоматики, которая фонит изнутри, да, психика. То есть много блоки всякие, там, зажимы и все остальное. Это все копится, копится, копится. То есть в итоге человек к 40 годам становится просто таким комком проблем, блин. Как психических, так физических и физиологических. Это пласт на пласт накладывается, там просто пипец. И вот это вот все живет дальше. Ну, жизнью это сложно назвать, это существование, да. Во-первых, осознанности нет. Во-вторых, там просто биологически ничего правильного уже нет. Я могу себе представить только ресурс той системы, которая нам создана, которая все это выдерживает и протягивает до 75 лет. То есть, вот подумайте, что может быть, если этот ресурс не убивать, а поддерживать и развивать изначально. И вот эти 150 лет, которые я называю, они не кажутся какой-то фантастикой. Гормональный сбой, да, кортизол в первую очередь, люди на нервах все время, на раздраженные, все же опять же неудовлетворенность жизнью, собой, семьей, там всем, ну это все проистекает из всего, вот из того, что я вначале говорил. Кортизол постоянно с ушей льется, то есть гормональный сбой там серьезный, сна нету, то есть оно все вместе, вот это вот все, оно идет только в уничтожение системы, то есть это... Я когда писал себе этот планчик, я сам охренел от масштабов. Как со всех сторон это все мочится. Грубо говоря, человек всю жизнь, с момента вот, рождения, да, вот как школу заканчивает, он начинает реально заниматься плавным, медленным самоубийством. Но его хватает в среднем до 75 лет. Вот у него в 75 лет только удается уже себя так в растянутой перспективе замочить. То есть основа продолжительности жизни в любом случае лежит в деятельности нервной системы, центральной нервной системы. Об этом еще Козловская очень много говорит. И вот создатель гравитационной физиологии. Я смотрел ее интервью, и 90 лет там было, несколько лет назад. Ну, посмотрите. И вот интенсивность деятельности центрального нервного аппарата закладывает с собой определенную продолжительность жизни, которая будет дальше, чем эти 75 лет. Важно, чтобы эта интенсивность не прекращалась. То есть, по сути, например, когда я рассуждал о ликвородинамике, да, о спинномозговой жидкости, о желудочках мозга, о спинном мозге, я говорил, что канал спинного мозга закрывается примерно к 40 годам, центральный канал спинного мозга, да, по которому идет ликвор, обслуживая серое вещество спинного мозга. То есть этот канал закрывается в районе шейного грудного отделов к 40 годам,
И все, ликвор уже нормально перестает поступать к серому веществу спинного мозга, и там начинается деградация нейронов. В итоге деградируют нейроны спинного мозга, соответственно, начинается деградация всех этих тканей и органов и систем, которые к ним подключены. Так вот, подумайте, почему этот канал закупоривается. А он закупоривается за ненадобностью. То есть он закупоривается из-за затухания обменных процессов. То есть из-за затухания скорости обмена ликвором, в первую очередь, в полостях, в позвоночнике, да, вот в районе спинного мозга и в самом спинном мозге. То есть там постепенно начинается искривление позвоночника, пережимы оболочки, да, спинного мозга, все это влияет. И в итоге там начинается закупорка. Закупорка только в чем? Определенными солями. Он не зарастает там нейронами. Там определенными солями закрывается этот канал. Закрывается, а вот есть такой, да, прикол, накопление, отложение солей в организме, да, как бы в определенных органах и системах. Так вот, это все накопление, отложение происходит там, где начинает замедляться или практически затухает, скажем так, обменная активность в этих зонах. Когда там интенсивная обменная активность продолжается, там ничего не будет оседать и откладываться. Он будет поступать, выводиться, все будет нормально. А когда затухают эти обменные процессы, движение жидкости и всех остальных органелл системы, там начинаются уже какие-то отложения, какие-то осадки, еще какая-то фигня. Вот то же самое происходит с этим каналом в спинном мозге. Но если бы спинной мозг продолжал, сохранял свою подвижность, гибкость, которая будет зависеть от подвижности и гибкости позвоночника, одеревенеют у людей шейный и грудной отдел, особенно грудной первым, потом шейный, потом поясница и все остальное, да, к 40 годам, ну из-за неподвижности. И вот оно там потом хоп, затухает все. Шея кривая, пережатая, перетянутая. То есть это все отказывается на обменных процессах того же ликвора. И оно хоп-хоп-хоп постепенно. Давления там нормального уже нет, интенсивности нет. И оно там постепенно закисает и залипает этими какими-то солями. И в итоге все. Центральный канал перестает снабжать серое вещество спинного мозга. Ну и дальше последствия. По деградации нервной системы и деградации органов и систем, которые к ней подключены. Мне невролог как-то говорил, что этот канал нужен только для того, чтобы сформировалось полностью серое вещество спинного мозга. И, скажем так, якобы серое вещество спинного мозга, когда закончило формироваться, то уже тогда там такой сильный приток ликвора не нужен, поэтому канал потом зарастает, да, закрывается. Вот. И вот я выяснил, когда прекращается формирование этого серого вещества. В 25 лет. А канал закрывается в 40. Почему система ждет 15 лет? А у нее есть еще ресурс. Она не ждет. Это инерция. Почему в 25 лет прекращается в основном формирование нейронной структуры спинного мозга? Да потому что развитие у большинства людей в 25 лет прекращается. Сами посудите. Нервная система имеет такое свойство, как нейропластичность. Да? То есть она может развиваться, это бесконечный процесс. Развитие нейронных структур в головном мозге и спинном мозге – это бесконечный процесс. На всю жизнь. Он может длиться до столетиями, по-моему. И то мы не разовьем всего, что там можно. Но у большинства людей активное формирование новых межнейронных связей, новых нейронов, всего остального заканчивается когда? Тогда, когда они прекращают получать новые знания, новые навыки. А когда это происходит? Когда они институт заканчивают. То есть большинство людей к 25 годам уже перестает учиться чему-то новому. Как в информационном плане, так и в плане навыков. И в итоге в 25 лет уже прекращает развиваться нейронная структура и в голове, и в спинном мозге соответственно. Да просто потому, что в развитии в этом больше нет потребностей. А большинство людей живут, как, вот, как я говорю, как обезьянки, которые просто реагируют.
И они, естественно, в институте их перестали там заставлять учить какие-то предметы, сдавать зачеты, экзамены, и все. Он только институт закончил, все, я свободен, соответственно, я не могу ничего не делать. Он ничего не делает. И все, и заканчивается развитие центрального нервного аппарата в этот момент. Это не значит, что он генетически там, это предел 25 лет. Нет. Просто большинство людей в 25 лет, до 25 лет уже прекращает его развивать дальше. А медицина просто констатирует факт, 25 лет развитие прекращается. Только предпосылки этого прекращения не генетические, а чисто волевые, которые зависят от самого человека. Естественно, так представьте себе, что 25 лет человек прекратил формировать там активность, подвижность падает, естественно, в 25 лет и дальше. Многие семьями уже обзаводятся, после работы уже на диване лежат, пивасик пьют, максимальная активность, в сауне, в баньке там с друзьями или на рыбалку съездить раз в год, и то набухаться, да, и опять валяться. И в итоге что получается? После 25 лет уже однозначно в спинном мозге тоже прекращаются какие-то процессы развития и потребности в интенсивном обмене. Но система еще 15 лет держится. И только через 10-15 лет, 35-40 лет эти протоки закрываются, это центральный канал. То есть, а если будет эту трофику поддерживать, то ничего там не будет замыкаться. Просто нужно осознавать это и заниматься этим. А вот именно вот это уже и будет называться заботой о себе. Всем плевать. И вот и получается. Вот по старикам очень хорошо видно. По тем, кто вышел на пенсию. Пока люди работали, хоть какую-то деятельность вели. Они еще были там похожи на взрослых просто людей, да. Но потом человек выходит на пенсию. В большинстве случаев он что делает? Если он институт закончив, уже прекратил развиваться, но продолжал активность какую-то, да, ментальную, физическую, пускай ограниченную, да, но все-таки продолжал. Потому что нужно было детей вырастить, денег зарабатывать, да, семью там поднимать, дом построить и все остальное. Но вот тут бац и пенсия. Дети уже взрослые. Денег уже не надо зарабатывать, мне уже пенсию какую-то там маленькую платят. Я и на этом могу прожить. И большинство людей что делают? Опа, ножка, лапки кверху и на диванчик. И с этого момента утрачивается необходимость. До этого момента утрачивалась необходимость такого инструмента, как тело. А с момента выхода на пенсию, вот когда человек расслабляется, я пенсионер, я уже просто буду лежать, смотреть телевизор и периодически жрать какой-то бутерброд, да? Ну, между походами в аптеку. И вот с этого момента начинает утрачиваться необходимость в другом инструменте, в жизни. Потому что, ну, все. Лежать на диване человеку жизнь не нужна. Это не есть то, для чего она дана. Этот инструмент не стоит, не достоин, да, того применения, как лежание на диване или сидение на лавочке. И в итоге начинается вообще катастрофическая деградация системы. То есть и в большинстве случаев пенсионер, который уходит на классическую пенсию, на которую он ни хрена не делает, он просто скатывается, как по наклонной реально. И люди там, если до 60-65 лет еще как-то держался человек, внешне, да, это отражалось, то с выходом на пенсию этот человек начинает превращаться в старика реально, в такого, причем жестко, в глубоко старого человека. Глубоко, да, вот старого, вот прямо на глазах. То есть этот процесс ускоряется, такое ощущение, с геометрической прогрессией. И все. И потом в какой-то момент, раньше, а не позже, как правило, и инструмент забирают. Ну, второй, который жизнью называется. И вот, этим заканчивается этот 75-летний в среднем процесс медленного, плавного самоубийства. Вот как-то так.
И вот, как по мне, так, если бы вот человек, хоть в, пускай не с рождения, да, пускай не с детства, да, но осознал, там, во-первых, потребность познания себя, да, как личности, как индивида, да, как начал бы относиться к себе с любовью, уважением и заботой, он бы сразу же что делал? Он заботился бы о функционировании нормальном собственного тела, потому что это инструмент. Это как автомобиль, который позволяет работать, ездить на отдых, он тоже ж требует заботы, эксплуатации. И сколько, как мы относимся к автомобилю, как мы его, скажем так, оберегаем, да, как мы его обслуживаем, так он нам и служит потом, как по длительности, так и по качеству. Точно так же человеческое тело. Это инструмент для жизни. Он требует ухода, требует обслуживания и определенные правила эксплуатации имеет. И да, там границ нет, если правильно подойти, но это еще нужно понимать. И вот сознательная жизнь, она и будет наполнена вот заботой о собственном теле, о его нормальном функционировании, о здоровье, да, о реализации себя, о получении новых навыков и знаний. Это будет постоянное развитие. Причем, чем старше этот человек будет становиться, тем больше и мощнее будет крутиться этот маховик с навыками, знаниями, заботой и всем остальным. Человек, который может заботиться, умеет заботиться о себе, точно так же умеет заботиться об окружающих. Если я научился любить себя, я однозначно смогу любить кого-то, да, то есть все исходит из меня самого. И вот, вот это вот все повлечет за собой определенное душевное равновесие, которое исключит вот эту фонящую психосоматическую там причину, да, которая убивает изнутри. Она исключит вот этот поиск ложных целей, ложных хотелок, удовлетворения и всего остального. То есть, и это будет четко осознанная жизнь, которая как инструмент будет применяться правильно и эффективно. Да, может быть, это не будет выражаться в каком-то серьезном материальном достатке. Но это в любом случае будет приносить результаты и будет приносить и оставлять след в жизни окружающей среды. Да? Людей, системы, государства, города и все остальное. То есть человек в любом случае, принося пользу себе, именно пользу, не благо и удовольствие, а пользу, это разные вещи, автоматически будет приносить эту пользу в окружающий его мир. Потому что он внутри этого мира. И вот это все будет вести к автоматическому увеличению жизненного цикла. И как, если вовремя заботиться о собственном организме, если знать, как он устроен, как он функционирует, хотя бы на элементарном уровне, если этому обучаться, даже самостоятельно, если понимать, что жрать за троих нельзя, лучше не доедать систематически. Это здоровее намного, даже для культуриста, чем переедать. Это самоубийство, переедание, медленное, хоть и с удовольствием. Вот, то есть, вот это автоматически повлечет за собой вот недоедание, да, или даже периодическое голодание. Автоматически повлечет за собой интенсивность самовосстановления системы, исключит какие-то катастрофические серьезные заболевания там и все остальное. То есть, и плюс душевное равновесие, постоянная занятость, постоянное развитие нервной системы, центральной нервной системы, вкупе с поддержанием подвижности позвоночника, суставов, всего тела. Вкупе с поддержанием пластичности и эластичности фасциальной структуры тела, которая является основной тканью тела. Все остальные ткани вставлены в нее. Так вот, если это все вместе соединить, то мне кажется, что
150 лет не такой уж и большой срок. Просто это должно быть на потоке, скажем так, да. И чем раньше человек об этом задумывается, осознает, начинает это контролировать, этим пользоваться, это развивать, тем лучше. То есть тогда меньше придется исправлять, и можно будет избежать тех вещей, которые неисправимы уже в принципе. Ну вот как-то так. То есть, ну, я исхожу из собственных, да, там каких-то вещей, собственного понимания, собственного опыта. У меня, к примеру, он дедушка мой, которому 90 лет недавно совершенно исполнилось. Но по виду ему я бы не дал больше 65-70 лет. И то есть, ну, это, так это просто фактор недоедания. Да? Он периодически занимался тем, что он голодал и как бы заботился о собственном здоровье. Я думаю, что ему до сих пор, что он сейчас просто уже считает себя пенсионером, да? Но я думаю, что, хотя на рыбалку ходит. Я думаю, что если потребуется действительно, ему не составит труда опять залезть на дерево, отпилить какую-то ветку в саду. Как он это делал еще благополучно 10 лет назад. Вот, как бы, и мой собственный пример для меня тоже вот, когда мое здоровье в 40 лет намного лучше, чем тогда, когда мне было меньше 30. И причем оно не само по себе таким стало, как тогда я лично его испортил, так сейчас я лично его и исправляю. И у меня эти процессы под контролем. То есть, да, это отнимает какое-то время. Но мне это не мешает жить, мне это не мешает работать. И мне это не мешает в спорте развиваться. То есть, и если вот это все проанализировать, то почему бы не жить 150 лет? Ну, просто что по факту подавляющему большинству людей жизнь 150 лет просто не нужна. Что они будут делать все это время? Они вон до пенсии доживают и уже потом не знают, что им делать. Поэтому и скатываются очень быстро к ящику. В общем, дальше троеточие. Додумывайте сами. Вот. Это были мои мысли, мой какой-то сумбур, потому что тема достаточно серьезная, я там особо не готовился, просто план от руки тут накидал, хотя видео, по-моему, так уже час получилось, если не больше. Как-то так. Ну, кстати, мышечная система человека, особенно та, с которой работают бодибилдеры, да, или там в других видах спорта, да, это единственная система, которая создана для управления сознанием. А почему в бодибилдинге у единиц что-то получается сделать? Потому что к единице это сознание используют по назначению к собственным мышцам. А остальные даже тренируются неосознанно. Веса поднимают, какие-то гантели, штанги неосознанно. То есть чем, как, ну... Вот хотя бы к мышцам научиться применять собственное сознание, и то для многих, для большинства это неподъемная задача. То есть там просто, ну, в большинстве случаев это просто лень и слабость. Вот и все. Как-то так. Ну, надеюсь, что-нибудь понятное сегодня я сказал. Моя точка зрения хоть кому-то будет понятной. Не знаю, достаточно обосновал или нет, но как бы как есть, так есть. Вот такие вот мюсли на сегодня. Так что подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте лайки. В следующий раз обещаю тему выбрать такую, которая максимум получится видео будет. Но тут я так понимаю, что я даже здесь не все сказал, что мог еще сказать. Но
Если что, может потом как-нибудь вторую часть запилим. Вот, заходите к нам в гости в Инстаграм, заходите в группу ВКонтакте, заходите к нам на сайт, регистрируйтесь у нас на форуме, там много интересного, тоже полезного есть. Вот, подписывайтесь на курс тренировок переформатирования, находите в себе собственное сознание, осознанность, учитесь с помощью переформата сознанием развивать вашу мышечную массу, стройте и обучайте вашу нервную систему строить новые или хотя бы базовые нейромышечные связи с вашими мышцами, потому что именно они определяют степень развития вашего тела и каждой мышцы отдельно взятой. Делается это с помощью прямого участия вашего сознания. Сначала будет тяжело, но потом будет доставлять колоссальное удовольствие. Переформатирование занимается именно тем, что обучает вас влиять с помощью вашего сознания на вашу мышечную систему. Естественно, это отражается потом и на внешнем виде ваших мышц, и на их размерах, и на их функциональных качествах. Это целый курс, рассчитанный на полгода. И я обещаю вам, будет чем заняться эти полгода. Много нового откроете и для себя, и в себе. То есть ваша психика вам расскажет о многом и покажет многое из того, чего вы раньше не испытывали, не знали, не понимали или не делали. Многое для вас будет откровением благодаря этому курсу. Кто прошел переформатирование, подписывайтесь на курс «Рывок или трансформация». Рывок – это более силовой вариант схем, но это продолжение того же переформатирования, только уже на новом этапе. Построение новых нейромышечных связей и развитие сознательного контроля над мышечной работой – это бесконечный пожизненный процесс на самом деле. Трансформация – это более качковская, более памповая, сплитовая и многоповторная работа, но не менее тяжелая и занимается тем же самым развитием, как и рывок. Точно так же является следующим шагом после переформатирования. Девчонки, подписывайтесь на курс тренировок «Стройняшка». Это переформатирование, скажем так, для девочек в более щадящем режиме, немножко с поправкой на женскую психику. Вот, становитесь стройными, изящными, худенькими, выносливыми вместе с нами. А на сегодня все. До новых встреч. Пока.